Привет-привет! Сегодня делаем омлет, но не простой. Чуть по-другому, немного интересней, пышный омлет. Для этого нам понадобится немного молока, 3 яйца, твердый сыр, соль, перец. Кто хочет, может добавить укроп, петрушку. Сначала отделяем желток от белка. К желткам добавляем молоко, соль, перец. Размешиваем и за это время нагреваем сковороду и добавляем туда немного растительного масла. Я в желтки добавила еще немного чили, так как делаю завтрак для мужа. Наливаем. Теперь накрываем крышкой и оставляем это минуты на 2 на среднем огне. Добавляю немного соли в белки, капельку, и взбиваю их миксером до пиков. Вот такие пики получаются. Теперь мы выкладываем белки на желтки и равномерно распределяем. Распределили, накрываем крышкой и жарим 2 минуты. Также на среднем огне. Вот наш омлетик. Разрезаю его напополам. Видите, какой пышненький. Выкладываю сыр. У меня твердый чеддер. И сверху накрываю второй половинкой. Вот такой омлетик у нас получился. Вот какой большой и пышный он получается. Видите, с мой палец. Как видите, он не оседает. Приятного аппетита!